А затем он просто спикировал, как монстр. Схватил меня и поднял меня где-то метров на 300 и бросил. Как вы нашли меня? Встроили жучок в мой костюм? Я встроил все в твой костюм, включая обогреватель. Так-то лучше, спасибо. О чем ты думал? У того парня с крыльями опасное оружие. Я должен схватить его. Схватить его, значит, да? Полегче, Шерлок, с этим есть кому разобраться. Мстители? Нет. У них высокий тариф. В общем, тариф. Мистер Старк, не нужно было приезжать сюда, я справился бы. А меня здесь и нет. Слава богу, здесь есть Wi-Fi, иначе тебе крышка. Благодаря Ганешу. Спасибо. Забудь про этого стервятника, умоляю. Почему? Почему? Потому что я так сказал. Простите, я говорю с подростком. Держись поближе к земле, сосредоточься на помощи простым людям. Вроде леди, что купила тебе чура. Будь дружелюбным соседом, человеком-пауком.